Празднование Дня города в этом году совпало с 85-летием образования района. И отмечать его начали с районным масштабом во вновь отстроенном здании Дома культуры «Строитель» микрорайона Завета Ильича. Очень много событий происходили в этом году. Это открытие детских садов, это, значит, закладка камней, это предстоящее открытие новой школы и такого роскошного Дома культуры, который действительно лучший в Пушкинском районе, я думаю, что и во всей округе. И что самое важное в этом хочется сказать, что мы обещаем и мы выполняем. Именно со сцены обновленного Дома культуры провели награждение лучших людей района. Их же поздравили и столичные артисты, приглашенные на торжество. Сегодня все и будет, сегодня целый мир придет, и солнце нежно поцелует. Я сегодня обвинен, я сегодня обвинен, я сегодня обвинен. Не открытие Дома культуры, ни строительство нескольких детских садов невозможно было без помощи области и губернаторской программы «Наше Подмосковье». В этом здании я был 3 года назад, и то, что я вижу сейчас, и то, что было 3 года назад, это даже не как небо и земля, это как разные галактики. Реставрация Дома культуры – только первая очередь строительства. Далее будет благоустраиваться зона вокруг самого здания. А творческие коллективы уже обживают свой новый дом. Наконец-то мы дождались, что нам построили такой шикарный, замечательный, красивый дом. Теперь мы будем с домом. А то мы то в одном месте базировались, то в другом месте, а теперь у нас есть замечательный дом. Даже погода на время праздника пожалела пушкинцев, и дождь прекратился, отчего общее настроение только улучшилось. Уже страна растет. И Пушкин растет, и такой дворец создали красивый. Дети будут радоваться. Посмотрите, сколько лиц здесь красивых и радостных. И красота в том, что люди улыбаются. Это уже радость. Поэтому хорошее настроение. Двойной праздник продолжился и на улицах города Пушкина. Подробный репортаж о котором мы вам представим в ближайшее время.